Вадим Петухов, бессменный барабанщик группы «Тамбурин», это вообще легендарная питерская группа, правильно? У него, помимо «Тамбурина», несколько коллективов, с которыми он постоянно сотрудничает. Вот и сегодня Александр Невский на свадьбе моего сына звучало два коллектива «Шубе Дубе» и замечательный, я считаю, эксклюзивный, для Питера это точно эксклюзивный, этно-фьюжн проект, проект «Минус прелесть», который в основе репертуара которых лежит кельтская, шотландская, ирландская, английская старая музыка, обработанная современными средствами и, как, прежде всего, в танцевальной основе сделана. И в последнее время в наш репертуар вошли и шорские мелодии, скандинавские, финские. И наравне с кельтскими теперь они звучат. И зачастую не отличишь, где кельтская, где шведская мелодия. А вот. Где-то же, может, и русская что-то проскакивает, да? Пока русского проскакивает мало. Так что, если кто нас видит и слышит, заглядывайте, и ВКонтакте есть группы. ВКонтакте есть группы Шуби-Дуби и Минус Трели. И есть отдельный сайт Минус Трели. И Минус Трели отдельный сайт. Отлично. Ну что ж, найдем обязательно ВКонтакте эти группы. А тем временем мы продолжаем. Как раз таки композиция с нашего нового альбома называется «Фонгтазия». Мы тут нашли древние манускрипты, а точнее древний винил, на котором была записана совершенно неизвестными музыкантами очередная итальянская композиция, которую сейчас мы сыграем в стиле фанк. Итак, «Фонгтазия» прямиком из Италии. Thank you.
Спасибо. Ну а сейчас, чтобы разрядить немного. Чтобы чуть-чуть. Они нас не слушаются, эти виртуальные роботы. Итак, чтобы разрядить чуть-чуть обстановку, мы сейчас сыграем медленный танец, который в переводе со шведского означает «С добрым утром, девушка Ира». Потому что это звучит как «God Morgon Harin». Это белый и черный танец одновременно. Приглашайте друг друга. Вальс. Сейчас мы исполним композицию из Шотландии, которая в одной деревне называется Мокукалагак, а в другой Мочуачхаклакак, может быть. А по-русски, точнее по-английски сначала, это называется My Kindly Sweetheart, а по-русски это называется Зайка моя. Вот вы представляете себе, как-то раз Дима просыпается и говорит своей зайке Мокукалагак. То бишь, зайка моя, но по-шотландски. Мокукалагак. С утра прямо. Мокукалагак. Это военно-шотландский язык. Дима, не заиграйся. А то можно сказать мокукалагак. Имей в виду, зайка моя. И будет как-то вот... Но сейчас мы покажем, как это будет.
что ж, еще одна композиция про утро. Почему-то нас все тянет на рассказы про утро. Видимо, это такие интересные события, которые происходят после того, как что-то происходит ночью или вечером. Итак, это рассказ про шотландского парня, а может быть российского, из города Эррон, а может быть из города Санкт-Петербург, которому почему-то утром очень легко, ибо он идет по утренней росе. Man of Erin and Morning Dew. Thank you.
что ж, а сейчас будет Turtles Reel, что в переводе означает, конечно же, голубиный танец. Это такой нежный-нежный танец, рассказывающий о двух влюбленных. Вот. Но дело, конечно, не обойдется без диджея, поскольку это сейчас модно. Встречайте, диджей-салат на аккордеоне. Turtles Reel, нежный-нежный голубиный танец.
Дорогие друзья, уважаемые гости, ваши аплодисменты! Группа Минус Трелли! Огромное спасибо! Огромное спасибо всем танцевавшим, потому что без вас это было бы сделать сложнее. Огромное поздравление молодоженам. Совет да любовь, как говорится. И персонально хочется поздравить, мы тут все-таки не случайно. Вадик стал свекром. Наш любимый Вадик, которого мы ценим, любим. Холим и лелеем. И он наше все, он теперь у нас не то что там в папы нам годится. Прости, пожалуйста, Вадик, да? Но даже в свекры нам годится, да? Я бы сказал художественный руководитель группы Минус Трелли. Ну, я фантазирую. У нас все художественные руководители сегодня, безусловно, Вадик Петухов. Ура! Ваши аплодисменты! Группа Минус Трелли! Спасибо огромное! Спасибо большое за ваш прекрасный подарок. Уважаемые гости, можно всех пригласить за праздничные столы, потому что у нас еще один гость, одна традиция. Ну, как бы традиция, ну, безусловно, традиция ожидает всех присутствующих. Но для этого мы должны собраться вместе за нашими праздничными столами.